Всем приветики! Я очень рада всех приветствовать на моем канале. С вами, как всегда, сказка. Ребята, как я обещала в прошлом видео, новое видео сделать, в котором мы в честь праздника Хэллоуина будем оформлять территорию вместе со мной. Я выделила кусочек территории, как видите, здесь я кое-какие украшения забрала и освободила такой небольшой кусочек, потому что, конечно, ферма у меня загружена по максимуму, и территории уже очень-очень мало, буквально места не хватает. Но поскольку такой праздник каждый год наступает в конце октября, то я стараюсь делать, конечно, какие-то украшения в честь такого праздника. И, как обещала, сегодня буду эту территорию оформлять вместе с вами. Ну и, конечно, поделаем разные дела на моей ферме. Например, улучшим, наконец-то, амбар. Как видите, у меня много уже достаточно инструмента собралось. Да, и будет у меня уже объемчик 6800. Ну что же, улучшаем. Любимый момент, конечно, и у меня даже еще остается немножечко инструмент на следующее улучшение 6850, ну, буду собирать потихонечку. И у меня было сегодня, по-моему, уже была возможность улучшить силосную башню, но я улучшила ящичек в рыбном месте, там по 18 нужно было вот этих всех инструментов, гвозди, шурупы, панельки. И теперь мне чуть-чуть не хватает, но ничего, буквально самая малость, я могу с маленьких ферм перекинуть. У меня там есть, конечно, инструментик, но, может быть, я это сделаю сегодня с вами, может быть, попозже. Вот этот ящик, как видите, может быть, кто-то не знает, его можно улучшать вместимость. Сейчас здесь у меня уже ящик со снастями, 110 объемчик, ну, пока мне хватает, не буду я его больше улучшать. Ну, у меня, я собираю много приманочек, как видите, красных у меня 55, и за ваучеры я постоянно делаю, потому что ваучеров у меня очень много. В общем, и работаем в рыбном месте, здесь у меня тоже сегодня снасти делаю, и буду даже забрасывать кое-какие приманочки на уточек. Так, что у меня в рыбной книге? Ну, рыб я, конечно, уже много-много разных наловила. Так, алмазиков пока что я не вижу, ничего здесь нет. Ну, ничего. Будем искать новые рыбки. Даже не знаю, где их ловить, но это потом. Итак, давайте же приступим за территорию. Я постепенно буду делать оформление. Так, в сезонных у меня разные есть украшения. И, конечно, с прошлого года и с этого года кое-что новенькое появилось. В общем, есть над чем поработать. Поэтому, ну, буду приступать. Будем делать такую территорию. Я попробую из такого заборчика. Не знаю, хватит ли мне его. Наверное, на весь периметр не хватит. Ну, посмотрю, что получится. Совсем мне его не хватает. Поэтому сейчас будем что-то компоновать с чем-то другим. Но все постепенно. Так, я немножечко расставила заборчик. Я скомпоновала вот такую каменную стену. И сзади такой вот такой старенький, мрачненький заборчик получился. Ну, в общем, как-то так. Такие украшения. Не хватило мне того заборчика деревянного. Ну, ничего, в принципе, в целом получилось вполне неплохо. И вот такие у меня прикольные есть деревья. И сейчас я их тоже буду выставлять. И посмотрим, как это будет выглядеть. Так, где наши сезонные украшения? И деревья.
где-то у меня еще дерево должно быть. Да, еще даже два. Ну, в принципе, только одно мне хватит. Фонари поставим. Подходят они очень хорошо под наш заборчик. Ставим на расстояние. Даже не знаю, наверное, поближе. Ну вот. Разверну немножко. Ну, в общем, как-то пусть будет так пока что. Так, у нас качелька с нашим попугайчиком-скелетиком. Немножечко я ее сдвину и буду выставлять еще украшения, какие у меня есть. Вот такие есть. Я пока что их выставлю. И потом буду расставлять. Так, как мне хочется, чтобы смотрелось как-то оригинально. Котелочек наш. Что у меня еще есть интересное? Пока что подвину все это. Что-то мне фонари как-то не нравятся, как они стоят. Расставлю я их совсем вот по периметру. Так будет выглядеть как-то интересней. Угу. И этот развернуть. Не люблю, когда украшения одно на другое нависает. Не очень хорошо смотрится. В принципе, нет, это украшение я пока что уберу. Эти разворачиваем. По краям. Так, ну что-то вырисовывается постепенно. Хорошо. Что-то интересненькое. Этот поросенок, конечно, прикольный. Но не знаю. Сейчас я еще подумаю. Наша ведьма будет здесь на метле вылетать. На старте поставим ее. Вот такое большое есть украшение. Прикольное такое вообще, конечно. В прошлом году оно мне где-то выпало. Есть еще один котелок. Но это со сладостями. Думаю, он здесь не нужен мне. Расставлю немножечко. Такие у меня еще есть украшения, черепа сплошные. Там качелька мешает, не получится. Ну, в принципе, сколько у меня их еще? Три осталось. Будет такая, как дорожка при входе. Из черепов. Да. Ну, в общем, вот эти я, пожалуй, уберу. И сюда мы поставим наш котелок. Такой интересный городок у нас вырисовывается. Здесь развернуть, может быть, а может быть и не нужно. Так, хорошо. Был у меня тут еще такой поросенок. Извините, в гробу. Я сейчас его тоже поставлю. Ну,
Что еще интересненького? Тыква. И еще вот такое есть украшение. Сейчас я подумаю, нужно ли оно мне здесь. Пока поставлю. В принципе, я украшения всегда расставляю вот таким образом. Выставляю все и потом кручу-верчу и смотрю, как мне больше нравится, чтобы они были. Да, вот так, в принципе, симпатично получилось. Ну, где еще можно поставить эту тыкву? Ну, в принципе, вполне интересно получилось. Еще можно, вот такого плана у меня есть цветок. Сейчас я его тоже здесь поставлю. Разворачиваем. Можно их в паре поставить, можно на расстоянии. В принципе, они в паре хорошо смотрятся. Страшные такие цветы. Ну, в принципе, получилось интересно. Напишите в комментариях, нравится ли вам такой мой городок. Назовем это так, не будем говорить слово кладбище. Ну ладно, я уже его сказала. В принципе, получилось интересно. Ну, праздник Хэллоуин у меня все-таки на ферме, как видите, есть. Ну, пока что пусть побудет. Хорошо. Как видите, у меня еще набирается новый уровень. Не хватает 82 тысячи. Сейчас у меня работает ускоритель. Я очень активно пытаюсь набрать еще опыт. Вот такой ускоритель классный на 50%. Хочется все-таки уже поскорее мне новый уровень. Здесь я уже давным-давно забрала все, конечно, награды, и опыта было очень много. Так, прибежал мой Том, делаю ему заказ, потому что тоже ускоритель работает. Ну и сейчас опыт, конечно, я набираю своим трудом. Как видите, на новом уровне, чем выше у вас уровень, тем больше вам нужно набирать опыта, потому что, ну, так... Так игрой задумано. Если вы уже на высоком уровне, значит, вам и легче его добывать. Хотя это совсем не так. Не так уж его и легко добирать. Ну, ничего. Осталось совсем чуть-чуть. И что у меня, кстати, будет? Кусочек будет у меня огородика и 15 алмазов. Ну, хотя бы 20-25 давали бы. Больше никаких украшений, никаких больше призов не дают на новых уровнях. Ну что же, работаем. Гоняю активно грузовик, как видите, пока работает ускоритель. И, конечно же, обслуживаю город. Ну, в общем, набираю опыт везде по максимуму, где только можно. Сейчас я, конечно, 84 тысячи так быстро не доберу, чтобы открыть новый уровень вместе с вами. Но еще буквально денечек трудов, и новый уровень мой, 189-й, я уже очень мечтаю, 200-й уровень, но еще немножко нужно потрудиться, немножко в кавычках, потому что не так быстро все получается, очень быстро получается расти на начальных уровнях, на маленьких. Очень быстро прокачивается ферма до 50 уровня, достаточно быстро. Ну, конечно, если вам нравится играть и вы играете, то быстро. Я знаю, что ребята могут и год играть, и сидеть на 50 уровне. Ну, это уже кто как и насколько сильно любит игру. Поэтому я эту игру очень сильно люблю, поэтому я быстро прокачиваю все свои младшие фермы. У меня совсем быстренько так подрастают. Ну, на этой ферме, естественно, я тоже работаю активно, чтобы расти
развиваться, улучшать мою фермочку. Так, хорошо. В принципе, я поработала, сделала то, что планировала, расставила праздничные украшения. Совсем скоро, буквально через несколько дней, замечательный наш любимый праздник Хэллоуин. Конечно, кто его любит? Праздник у нас, он совсем недавнешний. Ну, я к нему отношусь, в принципе, хорошо. Не то чтобы я его очень люблю, потому что, ну, он все-таки специфический. Но, тем не менее, почему бы и нет? Такие украшения у меня появились на фермочке. Ну, пока что они побудут. Потом, может быть, через какое-то время я уберу это все. Ну, посмотрим. Будем ждать следующих праздников. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравилось мое сегодняшнее видео. Скоро ожидайте мое следующее видео. Думаю, что достаточно скоро оно будет. И, конечно же, я желаю вам процветания на ваших фермочках. Не ленитесь, прокачивайте, набирайте опыт, набирайте новый уровень. И с каждым новым уровнем играть все интереснее, веселее. Поэтому всем удачи, всем процветания, хороших урожайчиков. С вами была ваша сказка. До новых встреч. Всем пока-пока.